А в отпуске? Простите, а давно? Ясно, спасибо. Я так понимаю, встреча с рыжеволосой бестией отменяется? Не отменяется, а переносится. В пиар-отделе сказали, что Ирина Липкина 4 дня как в отпуске. Так это же полный провал. Наша версия рушится, а все так складненько получалось. Да подожди, не гони на лошадей. Во-первых, нужно выяснить, когда и куда уехала Ирина. А во-вторых? А во-вторых, Люба говорила, что Ирину Михаила застукал в кафе не то муж, не то любовник. Ревность как мотив для убийства еще никто не отменял. О, вам сообщение. Сынок, весточку притаранил. Прочитаем? Нехорошо читать чужие письма. Пусти дядю. Оп. Так, а вот информация по мужу Ирины Липкиной. Ага. Леонид Липкин, директор по маркетингу концерна «Омега». Опять этот концерн. Ну, молодец, Ромка, вовремя сработал. У меня, кстати, есть одна идея. Шеф, а вдруг муж приревновал свою жену и отправил ее на курорт? А сам поехал к обидчику и сбросил его в окошко. С такими средствами ему не нужно лично разбираться с Михаилом. Он мог нанять кого угодно, да хоть этого байкера. Тогда швах! Это 100-процентный висяк. Такие убийства годами расследуются. У меня, кстати, есть идея. Давайте я сяду Липкину на хвост и прослежу за ним. Ну что ты надеешься найти? Пока жена на курорте, по-любому он сам пойдет в отрыв. А я прослежу, куда ездит, с кем общается. А? Только в роль не войди. А то ревнивый муж выбросит тебя в окошко. Держи, малышка. А где Катя? Скоро придет. Доброе утро. Доброе утро. Как спалось? Очень хорошо. Даже не помню, как уснула вчера. Ну, это понятно. Последние 3 дня для тебя был сплошной стресс. Ты, наверное, толком не спала. Ну что, будем знакомиться? Меня зовут Катя. А меня зовут Аленка. А мы решили тебя не будить и сами приготовили завтрак. Надеюсь, ты не против. Ты очень мила. Особенно с Аленкиной стороны. Даже не знаю, как тебя отблагодарить. Шеф, я был прав. Липкин к любовнице намылился. Говорит, не могу, подогреть за него. Уважаемая группа, давайте поприветствуем нашу новую участницу, Катю. Начнем занятие. И первое задание. Давайте попробуем изобразить тревогу. Попробуем. Убедили. Чувство тревоги довольно-таки яркое. Что касается счастья, с которым мы встретились на прошлом занятии, с ним пока почему-то туговато. Кто-нибудь из вас задавался вопросом, почему? Ну, это и ежику понятно. Чувство счастья, оно для каждого разное. Тревоги, страхи, сомнения, чувства универсальные. Угу. А любовь? Тоже у всех разная. Отличный вопрос. Ребята, давайте рискнем. И попробуем изобразить любовь. Люба, отменяй задание. Чему? Потому что наша скульптура любви вряд ли отличается от выражения тревоги. Понятно. Любовь.
Угу. Ну? Да вы не переживайте. Анализы хорошие. Послушайте, я прекрасно понимаю ваше желание увидеть свою супругу, но в отделение реанимации разрешается пускать лишь в самых крайних случаях. Моя жена в коме. Что может быть страшнее? Ваш пропуск. Ну хорошо, проходите. Я поговорю с заведующим. Может быть, он разрешит ненадолго войти. Но цветы в реанимацию проносить запрещено, к сожалению. Шеф, это я. Ни за что не догадаетесь, где я сейчас нахожусь. В больничке. Ревнивый муж отправил тебя в нокаут? Нет, до этого дела еще не дошло. А вот его жена умудрилась с курорта попасть прямиком в реанимацию. Возвращайся на базу и больше не свидетель. Слушаюсь. Альберт Георгиевич, добрый день. Не отвлекаю? Нужна ваша помощь. Да нет, нет, информационная. Могу я узнать анамнез пациентки, которая лечится в вашей клинике? Липкина Ирина Петровна. Занятия окончены. Всем большое спасибо. И не забудьте дома подготовить запрос. Какой запрос? О чем вы? Ты что, прослушал? Ну, например, тебя волнует покупка дачи. Или ты хочешь купить собаку. Может быть, ты любишь путешествовать. А, вспомнил. Спасибо. На здоровье. И не забудьте указать, что бы вы могли отдать взамен. А у меня уже готов запрос. Так. Главное, что мне нужно, помощь разумного человека. Твоя помощь, Люба. Хорошо, с удовольствием. Это так приятно, что кто-то просит у меня о помощи, а не я у кого-то прошу. Люба, а ты не могла бы принять меня индивидуально? Ну как, тебе не было скучно? Не жалеешь, что приехала? Скорее, непривычно. Все эти игры, упражнения, я как будто оказалась в театральном кружке. Но я все равно благодарна тебе за то, что ты вытащил меня, потому что сидеть дома одной не очень веселье. Кать, извини, я не смогу тебя сегодня подвезти. Можно Аленку забрать? Да, конечно, я понимаю. А можно я с тобой? Да. Только кулинар из меня не Катя, мы с Аленкой будем так рады. Давай так. Ты с ней живописью займешься, а я тебя готовить научу. По рукам? По рукам. Давай сумку. Есть. Я скоро буду. Может быть, купить что-нибудь? Ладно, хорошо. Целую тебя, солнышко. Так, следопыт, а ты разворачивайся, тоже выдвигаешься. Воу-воу, полегче, шеф. Я только приехал, целый день по городу мотался. Отлично. Сейчас нужно поехать в пансионат, где отдыхала Ирина Липкина. Ее там избили. Липкину избили? Михаил выпал из окна? Совпадение? Не думаю. Не нужно думать. Нужно ехать и на месте все выяснить. Так ночь же на дворе. Отлично. Трасса пустая. Быстро долетишь. Умеете уговаривать. Детка, ты... Да вот позвонил проститься. На опасное задание отправляют. Возможно, не вернусь. Давай, целую. Пока. Па-пам-парам-парам. Оп. Мяу. Ужин на плите еще не остыл. Как? Подожди, а ты? Извини, муж, но я уже перекусила. У меня очередной дедлайн. Ну как так? Подожди, я же спешил. Думал, мы поужинаем вместе. Я так летел, спешил, вот счастье такому близко. Пред кем я давеча так страстно, так низко было расточитель нежных слов. А вы, о боже мой, кого себе избрали, когда подумаю, кого вы предпочли? Зачем мне надежды завлекли? Зачем мне сразу не сказали, что все прошедшее вы обратили в смех? Леш, ну правда, мне надо дописать статью. Так, дорогая, если так будет дальше продолжаться, то в нашей семейной жизни может наступить дедлайн. Thank you.
Послушайте, я прекрасно понимаю ваше желание увидеть свою супругу. А потом сравним. Художник из меня не вышел, но фотографировать я люблю. Но фотографии тоже бывают художественные. Абсолютно с тобой согласен. Ну перестань! Почему? Потому что я стесняюсь. Но ты красивая. Роль модели для меня в новинку. Обычно я сама пишу портреты. Жаль. Жаль, что все так печально закончилось. Катя, если что-то заканчивается, то это заканчивается печально. Прости за эту тавтологию, иначе бы оно не заканчивалось. Все, что не делается, все... Ну, дальше ты знаешь. К лучшему. Кать, поверь моему опыту. Уже лет через 5 ты будешь вспоминать эти свои мысли. Папа, папа, смотри, что я нарисовала. И умиляться каким-то ребенком еще была. Ничего себе, так красиво. Ты умница. Спасибо. О, здорово, командировочный. Докладывай результаты. Представился детективом. Пообещал, что никакой утечки информации не будет. Но все равно все пришлось клещами вытягивать. В полиции или в пансионате? И там все говорят, как под копирку. Ночью в дом Клипкиной проникли неизвестные. Официальная версия – попытка изнасилования. Жертву избили и обокрали, украли ценные вещи. Подозреваемые есть? Да, местные гастарбайтеры. Конечно, дело пахнет висяком. Нету ни свидетелей, никаких улик. Если, конечно, что-то из драгоценностей не всплывет. Дорогой айфон, красивое ожерелье. И, кстати, кольцо обручальное не взяли. А вот это неувязочка получается. Нет, ну понятно, что ни в полиции, ни в пансионате не заинтересованы поднимать шум. А я вот нарыл другую информацию. Ни изнасилования, ни попытки на оное врачи не зафиксировали. Женщину ударили по голове тяжелым предметом. Ну, если хотели изнасиловать, изнасиловали бы. Вот гоблины. Похоже на месть, а не на ограбление. Я о том же. Ирина уехала сразу после встречи с Михаилом. И той же ночью в пансионате ее жестоко избили и полоснули ножом. И после этого убили Михаила. А драгоценности и телефон забрали просто так, чтобы запутать следствие. Похоже на то. Я проверял. Леонид Липкин не покидал города. Получается, действовал не он, так же, как и в случае с Михаилом. Ага. Осталось только выяснить, кто этот посредник. А кто это мог быть? Байкер или кто-то другой? Здорово. Ну что, мастера сыска, бездельничайте. А мастер электроники восстановил телефон Михаила. Есть кое-что интересное. Прямо примерный показ нам тут устраиваешь. Да, это кино вам точно понравится. Здравствуйте, Михаил. Спасибо, что согласились встретиться и выслушать. Это касается самоубийств в концерне. Постойте. Вы же говорили, что это касается ваших сугубо личных проблем. В кабинете я соврала вам. Записи в концерне доступны и руководству, и... Я прошу вас, сделайте вид, что у нас любовное свидание. Ирина, вы... Что за шпионские страсти? Или вы разыгрываете меня? Вы... Нас выследили. Я должна уйти. Я вам позвоню. Мы должны договорить. Поверьте, это очень важно. Я, кстати, знаю этого гоблина. Видел вчера в больнице. Он, кстати, водитель и телохранитель Липкина. А, ну тогда все сходится. Муж ревновал Ирину и приставил к ней охранника, чтобы он следил за ней.
Только вот непонятно, зачем она попросила Михаила, чтобы он подыграл ей, будто у них свидание? И что она хотела рассказать ему о самоубийствах? А вам не кажется, что она просто экзальтированная особа? И не очень адекватная. Не торопись с выводами. Есть еще кое-что. Кто и зачем за вами следит? Руководство концерна. Вас наняли не для того, чтобы выявить потенциальных самоубийц, а только чтобы успокоить общественное мнение. Но и это ерунда. Главное, что самоубийство сотрудников на самом деле замаскированное убийство. Ирина, для таких утверждений требуются серьезные основания. Поверьте, основания есть. Для этого я и приехала. Опять меня выследили или выманивают. Я должна передать вам это улики, которые касаются убийства в концерне. В этом замешан мой муж. Но почему я? Почему вы не обратитесь в полицию? Концерна в полиции наверняка есть серьезные связи, а мне больше обратиться некому. Вот. Возьмите и спрячьте в надежное место. Если у меня найдут, мне не жить. Ирина! Ирина, это так странно, что похоже на... Ирина, послушай... Выходит, Люба сказала мне правду. Это тот самый день, когда она от ревности швырнула камнем в машину Ирины Липкиной. Вот именно это ее так напугало. И все казалось не тем, чем казалось Любе. Да. И получается, что здесь не простой адюльтер, а все гораздо серьезнее. Если это правда, то самоубийство в концерне на самом деле убийство. А значит, здесь задействованы могущественные силы. Ну, я рад, что вывел ваше посредственное расследование на новый уровень. Комиссар... Мигре. Спасибо, сын. Мисс Марпл. Телефончик оставляю. Развлекайтесь, господа. Здравствуйте. Я не ожидала, что вы приедете. Просто собралась на... На собеседование мне же теперь нужно найти новую бухгалтерскую подработку. Что вы хотели? Сменили имидж. Вам очень идет. Так это ваш сын. На самом деле, это внешнее изменение, оно как-то мне помогло и сделало меня более уверенной. Я не займу у вас много времени. Рома отремонтировал телефон Козырева. И здесь есть неопровержимые доказательства того, что у Михаила Дмитриевича и Ирины не было никакой интрижки. И какое доказательство? Записи их встреч, а не то, что вы там себе нафантазировали. Я прошу вас, сделайте, что вы свободны сюда. Ирина, вы снова меня удивляете. Что за шпионские страсти? Или вы разыгрываете меня? Нас выследили. Я должна быть, я вам позвоню. Мы должны поговорить, поверьте, это очень важно. У меня к вам вопрос. Михаил не говорил о неких уликах, которые ему, возможно, должна была передать Ирина. Каких уликах? Вот эти вещи не видели у него? Нет, не видела. Я уже пойду. До свидания. Слушайте, может, Миша хотел это кому-то подарить? Ну, если не Ирине, может быть, Кате? Может быть. Ну что, нашел что-нибудь? Я имею в виду не на сайте знакомства, а по нашему делу. Ну, очень смешно, шеф. Знаете, кто был первый самоубийца? Финансовый директор концерна. Мог что-то не поделить с генеральным или с учредителями. Вторая самоубийца была главный бухгалтер фирмы. Ну, это по умолчанию расстрельная должность. Главбух, как правило, в курсе всех черных схем. И последний самоубийца – это некий Юрий Гладышев, айтишник из технической поддержки. Ну, мало ли, в какие секретные файлы он мог проникнуть и перейти тем самым дорогу руководства. И на десерт. Расследование всех самоубийств ведет тот самый следственный отдел, что и убийство Михаила Козырева.
А? Аутсидила. Слушай, хотел бы уже повзрослеешь, отрицательник скоро. Катюш, я открою. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Простите, что отвлекаю. У меня есть несколько вопросов, Катя. Конечно, проходите. Здравствуйте. Вам, может, знакома вот эта вот вещь Михаила? Нет. А может быть, он что-то подобное вам дарил? Миша не знал, что я вернусь из Парижа. Если он это собирался кому-то подарить, то точно не мне. Здорово. Вот же ты настырный. Его гонишь дверь, он в окно. Кисанов, ты знаешь, ты как в том анекдоте. Тебе легче дать, чем объяснить, почему этого делать не хочется. Дай. И чтобы не тянуть кота за все места, я поясню, что я знаю, что Михаил Козырев был приглашен в концерн «Омега», где произошла серия самоубийств. Дай мне ознакомиться с делами. А что тебе еще дать? Вот что ты надоел. Короче, два дела уже сданы в архив. Следак, который их вел, ушел на пенсию. Сам ушел или его ушли? Ты на что-то намекаешь? Есть желание, пиши запрос. Но козе понятно, что никаких оснований у тебя нет. Хорошо, не дай мне самоубийство айтишника из техслужбы. Тоже сдашь его в архив. А это тебя не касается. И у меня нет никакого желания посвящать тебя в дело. Веришь, нет? Кто бы сомневался. А может быть, все еще проще. В отделе просто решили договориться с концерном. Ну и вообще слить это дело. Потише, Рой. Ты же сам свалил из органов на вольные хлеба. Что, клиентура поинтересней? Ба! Кисанов! У меня к твоим подопечным уже претензий нет. А что ты сюда повадился? Появились новые обстоятельства в деле о гибели Михаила Козырева, товарищ полковник. Так, может, поделишься? Да я бы с удовольствием. Но вот майор Прохоров только не изъявляет желания. Это что еще за новости? Выйдем на пару слов. Майор, ты зачем его к себе в кабинет вызвал, да еще перепалку устроил? Любая утечка информации нам боком вылезет. Подозреваемых нет. Дело Козырева зависло. Так я и отказался делиться с ним любой информацией. Нет, не-не-не. Вот этого под контролем держать надо. Знаешь что, давай так. Находи с ним общий язык и сотрудничай. Я его помню. Толковый был опер. А что, чем черт не шутит? Вдруг от него какая-то и польза нарисуется. Изучай, Кисанов. Только давай договоримся так. Наруешь любую информацию, сразу делись и накладывай. Обязательно. Главное в этом упражнении – научиться чувствовать партнера. Посмотрите, кажется, эта пара нашла взаимопонимание. Ты меня, что ли, ждешь? Да кого мне еще ждать? Люба, дело очень серьезное.
Если ты мне не поможешь, то я так и останусь в отстающих. А если проведешь со мной хотя бы пару занятий, то я сразу вырвусь в передовики. Андрей, а ты все шутки шутишь? Какие шутки? Садись. Ты что, не видишь, как я на тебя смотрю? Чувства к своему наставнику обманчивы. Так Михаил Дмитриевич говорил. Ну, может, можно хотя бы проводить своего любимого наставника? Из уважения. Может, не надо? А может, в щечку? Молодость и драйв побеждает, топает! Не обольщайся, сынок, я просто дал тебе фору. Окей. Привет, мальчики. Привет. Может, позволите даме? Мне очереди. Да. Оп! Муж научил. Это я его научила. В моей работе пригождаются разные навыки. Вот он мой драйв. Вот она моя победа. А я смотрю, ты не зря съездила в концерн. Скажите, Жанна. Удалось разговорить подруг Липкиной? Удалось. Но не сразу. Что вы знаете об отношениях Ирины и Леонида Липкиных? Мы давно уже дружим с Иришей. И, честно говоря, я просто в шоке от того, что с ней случилось. А что касается ее отношений с мужем, то... Да, мягко говоря, они были не безоблачные. А в чем причина? Кончилась любовь? Ну, я не уверена, что она у них вообще начиналась. Да еще и детей не было. Но Ирина мне как-то призналась, Леонид в принципе не мог иметь детей. Ну, зато ходок еще тот. Даже не особо скрывал свои связи. А вот Ирину держал в ежовых рукавицах. Жена Цезаря должна быть вне подозрений. Так почему она просто не развелась? Да он развод не давал. Грозил, что оставит ее ни с чем. И вообще, вы понимаете, какие он имеет возможности? Так может жизнь испоганить, мало не покажется. Простите, Жанна, но вы сами-то верите в то, что на Ирину напали какие-то мифические бандиты? И что это нападение никак не связано с ее намерением развестись с мужем? Я не понимаю ваших намеков. Хорошо, я скажу прямо. Мой муж детектив, у него хорошие связи. Жанна, если вам что-то известно, скажите. Я обещаю, мы накажем тех, кто так жестоко поступил с вашей подругой. Простите, но мне пора на рабочее место. Версия Адюльтера устарела. Погоди, Игорек. Еще не вечер. Я очень рискую, но ради подруги я должна вам кое-что рассказать. С месяц назад Ирина мне призналась, что больше не может терпеть. Она решила собрать доказательства измен Леонида и подать на развод. Чтобы он не смог оставить ее без денег? Да, согласно брачному договору. Ирина захаживала в кабинет к Леониду и забывала там свой мобильный. Оставляла на записи в незаметном месте. Она рассчитывала, что Леонид назначит любовнице свидание, и она накроет его с поличным. Но записался разговор, которого она не ожидала. Что за разговор? И с кем? Леонид говорил с нашим общим боссом, замом генерального, Борисом Бурцевым. И, по словам Ирины, речь шла о преступлениях, об убийствах. Об убийствах? Да. Ирина жутко струхнула, но это был шанс окончательно вывести мужа-негодяя на чистую воду. Она рискнула пойти дальше. Вот и поплатилась. А почему Ирина сразу не пошла в полицию с этой записью? Она посоветовалась с умным и надежным человеком, и тот пояснил, что на записи разговор иносказательный, без имен и фамилий погибших. И этого недостаточно для обвинений. Простите, Жанна. В тот день, когда Ирина уехала в пансионат, погиб ваш сотрудник, Юрий Гладышев. Он ведь айтишник. Они были с Ириной знакомы? Уж не он ли тот умный и надежный человек, которому она доверилась? Ирина дружила с Юрой еще с универа. У них там был короткий, но бурный роман.
Юра пытался нарыть более серьезные доказательства преступлений в концерне для Ирины. И тоже погиб. Я теперь сама живу в страхе, засыпаю со снотворным. Александра, но запомните, я никому больше не повторю сказанного, ничего не видела и не слышала. Конечно. Знают. А депрессивные люди часто кончают жизнь самоубийством. Больше 2 недель не протянет, Горемыка. Сашка, ты гений. Не буду спорить. Ну, как говорится, чем смогла, тем помогла. Теперь ваша очередь, мальчики, забивать гол. Повезло с женой. А в тебе отлично получается роль психотерапевта, Леня. Простите, Борис Павлович. Быстро помогаешь людям выйти из депрессии. Убийство в концерне следует за записями этих аудиофайлов. Финансовый директор покончил с собой через 12 дней. Женщина, бухгалтер вообще через 3 дня. Последний – тайтишник. Прямо в день отъезда Ирины. Шеф, вот дата с концерном – это смерти подобно. Может, пора обратиться к своей? Mm-hmm. И что им предъявлю? Вот эти вот записи на изоповом языке? Без имен, без фамилий. Меня насмех поднимут. Тем более 2 дела о самоубийцах уже закрыты, а 3-е с предсмертной запиской. Там все шито-крыто. Не подкопаешься. Тогда остается одно. Искать компромат, который Липкина передала Михаилу. Ну да, или ждать, пока Ирина придет в себя. Она у нас единственный и неповторимый свидетель. Кстати, Альберт Георгиевич, а не хотите ли фаршированной рыбы? Так, а ну-ка давайте поаккуратнее, гонщики. Ты, главное, не пересуши. Стараюсь. Слушай, Леш, давно не виделись. Как твоя почка? Не беспокоит? Ну, слава богу, вашими молитвами и вашим скальпелем, Альберт Георгиевич. Носите на здоровье. Скажите мне, а какие шансы у Ирины Липкиной выйти из комы? Леш, ну ты же знаешь, что шансы есть всегда. Вопрос только, когда и осуществляться ли. Но то, что касается Липкиной, то весьма и весьма, да. Серьезно? Более чем. У нас на днях был консилиум. Фатальных травм мозга у Липкиной нет. Сделали ей пункции для отсасывания свернувшейся крови. Ну, после этого рассасывания гематом пошло значительно веселее. Ну, организм молодой, здоровый. Ее лечащий уверен, что она выкарабкается. А когда? Ну, только Господь Бог знает. У меня к вам будет просьба. Вы, пожалуйста, проследите за ее состоянием. Если вдруг она начнет приходить в себя, сообщите мне сразу. Да, Леш, вообще без проблем, конечно. А, Игорюш, принеси из холодильника овощей. Я способен на большее. Большего не надо. Делай, что говорят, и будешь в почете. Слушаюсь. С овощами рыбка будет очень вкусная. Ну что, господа, все готово. Прошу к нашему шалашу. Только что из ручья. Ой, Сашенька, ну вы кудесница. Я же вот только ради этой вашей чудесной рыбки-то и приезжаю к вам. Ой, а больше-то ничего мне в этой жизни не нужно. За хозяйку дома! За хозяйку! Ну что, подруга, как будем договариваться? По-хорошему или по-плохому? Где оно? Куда ты его спрятала? Все, пойду! Вообще. Ну,
Ах ты коварный. Меня упрекал, а сам чатишься с красотками? Ой, не верю. Роль Отелло придется включить. Ух ты, а что это за украшение? Признавайся, изменщик. Кому решил подарить свое сердечко? Это улика. Да, слушаю. Что? Да, я сейчас выезжаю. На Любу напали. Все, все, успокойся. Ты в безопасности. Кто на тебя напал? Тот, кто возил Липкину из кафе. А второй был на мотоцикле. Байкер. Это тот, который напал на Олега и Катю. Да. А что они от тебя хотели? Сердце. А у тебя? Где он? В машине сиди. Тебя еще никуда не уволокли. Почему ты соврала? Потому что это единственное, что мне осталось от Миши. Я думала, это для меня. Так, все, хватит сырость разводить. Поехали. Это от тебя. Располагайся. Спасибо. Вы простите, мне так неловко. Явилась к вам посреди ночи. Успокойся. Все уже позади. А теперь давай теплая ванная и в постель. Спасибо. Александра, спасибо вам. Ну что, как она? Ничего. Выспится и успокоится. Хотя, конечно, стресс пережила дикий. Ну, а ты? 2 часа назад ты смотрел на фото и гадал. Теперь оно у тебя в руках. Что-нибудь стал понять? Да нет, все так запутано. Ситуация из серии. Что бы это значило? Вот откуда? Откуда эта цацка у Михаила? Для кого? Для чего? Ну, может, это некий ключ? Ключ. Ключи в яйце, яйцо в ларце, ларец. Михаил унес ту тайну с собой, Ирина в коме. Ой, ладно. Давай-ка почивайте, мой суженый ряженый. Утро вечером мудренее. Ты моя лягушонка в коробчонке. Ах так? Не Василиса премудрая, а лягушонка? Премудрая, премудрая. Просто у тебя лапки все время холодные. Просыпайся, ленивец! Знаешь, который час? Сашка, ну дай полчасика поваляться в каком-то веке, а. До обеда собрался валяться? Поднимайся, нас ждут великие дела. Давай. Сашка, тебе полков команда, честное слово. Ой. Так, не тише дай. Что? Смертельный номер. Внимательно следите за руками. Mm.
Саша, ты реально премудрая. Так. Похоже на какие-то бухгалтерские выкладки. Да, и без специалиста не обойтись. Может, это теневая бухгалтерия? Если это действительно так, то у нас в руках то, из-за чего погиб Козырев и другие самоубийцы. Игорёша, руки в ноги, иду и ко мне. Теневая бухгалтерия, говоришь? Значит, бандиты не смогли найти это сердце в квартире Михаила. И подумали, что он передал его Любе. Ну да, похоже, действовали на обум. Она так испугалась, что они могли ей поверить и отпустить. А что, если нет? Шеф, они же могли видеть, когда Люба садилась в вашу машину. Я тебя сюда зачем позвал? Пока я делами занимаюсь, ты за семьей присмотри. Головой отвечаешь. Слушаю, шеф. Дядя Игорь пришел. Усложнять жизнь себе и другим. Вить, тебе я облегчаю жизнь, потому что приношу на блюдечке почти раскрытое дело. Ну, это мы отдадим специалистам. Когда сделают анализ и все подтвердится, тогда можно возбуждать уголовное дело о незаконных финансовых операциях. Но это не самое главное. Я вот все время думаю, а как доказать сопряженность-то с этими убийствами? Я понимаю, что записи Липкиной к делу не пришьешь. Ну, не тянут они на доказательства. А вот если Липкина выйдет из комы... Да. Получается, у нас Липкина единственный свидетель. Так а я о чем? Не думаешь ли ты, что этот твой байкер приедет в клинику и начнет ее пытать? Да нет, зачем же. А вот ее муж может приехать в клинику и увезти ее куда угодно в тихое место и сделать с ней все, что угодно. Только не надо меня уговаривать, чтобы поставить около Липкиной круглосуточную охрану. Когда она выйдет из комы? Сам Бог знает. Да и у меня людей нет. Вить, да я знаю. Я просто прошу тебя быть на стрёме. Как только мне сообщат, что Липкина приходит в себя, ты тут же должен будешь выехать в клинику вместе со своей группой. Может быть, и Липкина там прихватим с подельниками. Ну, за этим дело не станет. Хорошо. Да, слушаю, напарник. Богдане все спокойно. Обедаем. Ну, отлично, и пообедай. Так. Шеф, мне скучно. Может, вам нужна моя помощь? Жду указаний. Выдвигайся к дому Любы. Может быть, и не там ее посуду. Хорошо. Я на задание. Из дома не ногой. Приказ главы семейства выполнять. Слушаемся. Ненавижу котлеты. Мам, можно я только чаю с пирожным? Лиза, у тебя одно место не слипнется? Нельзя одними пирожными питаться. Вон, бери пример с Кирюши. Он мужчина и любит мясо. Разговор окончен. Пока не съешь котлету, никаких пирожных. И вообще, у нас в доме гости. Ведите себя прилично. Люба! Люба! Кирюша, съешь? Без проблем. Как и договаривались. 2 часа, планшет мой. Да-да. Куда ты собираешься? Обед готов. Спасибо, но мы уже договорились встретиться с Катей, Олегом и Андреем. Люба, я очень рада за тебя. Но сегодня Кисанов сказал сидеть дома.
Да не переживайте вы так. Меня Андрей проводит туда и обратно. Можно? Можно. Ва, слушай, крутой байк. Можно я сфоткаю? Спасибо, дружище. Детка, это я, подарок на месте. Отлично, можешь номера сфотографировать. Зай, ну ты обижаешь. Я все приготовил. Давай, до встречи. Привет. Сынок, здравствуй. Как дела? Как учеба? Ты где сейчас? Пап, давай ближе к делу. Я работаю. Скажи, пожалуйста, можешь пробить адрес владельца байка по номерам? Да, конечно. Когда я тебе отказывал, тем более в такой мелочи. Диктуй номер. Да, сын, ну ты метеор. Ответ может тебя удивить. Ну, боюсь даже предположить. Регистрация временная, адрес я тебе вышлю. А владелец байка по документам знаешь кто? Иностранка, некая Аймин Чонова. О как! То есть наш байкер — это восточная красавица. Ну, ничего, нас этим не напугаешь. Концерна. Никогда не догадаетесь, кто наш таинственный байкер. Восточная красавица Аймин Чонова. Офигеть! Откуда вы узнали? Ромка нарыл. Ну я дурак. Зато мы теперь знаем, что она работает на Липкина, и она рыжая. Не отпускай ее из виду, ладно? Зашел. Угу. Ай да Левкин, ай да кудесник. Игорь? Игорь, прием. Слушай, похоже, он на девушку и охранника себе нашел. Ага, два в одном флаконе. Соображение, мужчина. Артем, я жду результатов через 5 минут. Физкульт, привет. Анечка, что у нас с пробами? Делаю. Угу. Привет, Леш, руки не подаю, в перчатках зашиваюсь. Что на этот раз? Шерсть неведомого зверя. Сравнительный анализ? Угу. А что за зверь?
Рыжая лисица? Скорее, шанхайский тигр. Паш, только срочно, пожалуйста. Исключительный случай. Ну, это как водится. А я тебе для сравнительного анализа привезу две бутылки дивного напитка. Лучше привези мне закуски, а то я сопьюсь. Слушай, обижаешься, все сделаю. Будет, Леша. Сравнительный анализ срочно. Анечка, пробуй. Павел Игоревич, у меня все готово. Ага. Добрый день. Это медсестра из реанимации. Вы просили сообщить. Ваша жена пришла в себя. Ну неужели так сложно один день посидеть дома? Леша, не нагнетай. У Любы свидание. Ее Андрей до дома проводит. Извини, у меня вторая линия. Да, Игорек, слушаю. Тихо, тихо, успокойся, я понял. Все, забудь про них. Задержи Липкина любой ценой. Это он наш доктор зло. Через мой пост перепрыгнул какой-то страус. Сообщи старшему смены. Проникновение посторонних в лечебную часть. Это ты? Да это я, твой муж. Слава богу, узнала. Приходишь в себя. Извиняюсь. Вы муж Липкиной Ирины Петровны? Да. В чем дело? Вы забыли оставить еще одну подпись. Какую подпись? Все было оформлено заранее. Но я же не знаю. Доктор запрещает увозить больную. Понял. Кто вы такой? Я интерн. Но перспективный! Петрович! Слушайте, напал на нас! Надо же. Только познакомились, а уже сдружились. Да я тебя умоляю, где ты дружбу видишь? У них лямур полным ходом. Вот и нам бы так. Кать, давай на перегонки. Давай. Алексей, привет. Докладываю, твоя подопечная вышла из комы. О, как? Когда? Примерно полчаса назад. Но состояние сумеречное. Если хочешь с ней побеседовать... Альберт Георгиевич, я все понял. Я приеду. Да, Алексей. Застал в ружье. Что? Липкина очнулась. Я сам в шоке. Выдвигайтесь к ней, а я подъеду.
Олежек, ты можешь мне объяснить, что происходит? Этот байкер к Мише в квартиру залез. Ты что за горилла? И зачем они девчонок схватили? Слушай, спроси, что полегче. Олежек, давай поднажми, упустим. Ничего не уйдут. Звони Кисанову. Говори, что любой Катю похитили. Сообщи координаты. Алло. Алло. Алексей. Анатольевич. Алексей Анатольевич. Чем быстрее скажете, тем дольше проживете. Ну, у кого из вас это гребаное сердце? Остальные по лестнице на этаж. Есть. Опоздали, коллеги. Ирина уже тю-тю. Кто это? Да псих. На посетителей бросался. Это мы вызвали полицию. Спасибо, что приехали быстро. Отставить! Тебе в квартире мало показалось? Отделалась сотрясением. А шрамы-то на всю жизнь, красотка. Ну, говори! Спасибо вам большое. Да не за что. Хорошо, что все закончилось. Ну, давай, колись, как ты меня нашел? Да все просто. С твоей подачи я решил еще раз копнуть последнее самоубийство в концерне. Угу. Что нарыл? Слушай, ну не надо из меня вытягивать, иначе замолчу. Короче, младшая сестра Гладышева рассказала, как его увезла рыжая тетка на крутом байке. Якобы брата срочно вызвали в концерн для служебной необходимости. Значит, госпожа Чона еще связана с самоубийством. Я не перебиваю, я не вытягиваю, я констатирую. Она связана с этим. Госпожа-то вообще не Чонова.
В общем, я ее пробил. Оказалось, дама живет по фальшивому паспорту. На самом деле, гражданка другой страны. То есть Липкину удалось ее оформить для собственных нужд? Ну, я и прицепил к ней маячок. Ну, что сказать, хорошо работаешь, майор. Ну, ты тоже к этому приложил свою руку. Грома в клинике. Так что имейте в виду, уважаемый главврач, что в любом случае проверку я вам устрою. Ну, это ваше право. С документацией у нас все в порядке. Ну, а то, что больная не выдержала переправки и снова впала в ком, здесь вины нашей клиники нет. Мы как-нибудь сами разберемся. Свободны. Я правильно понимаю, что у нас опять нет свидетельницы? Ну, Алексей, всякое бывает. Ты ведь знаешь, ты позвонил, мы поехали, пробки, но мигалки даже не помогли. Поэтому так и получается, что этот Липкин пришел раньше нас с документами. Шустрый какой Липкин. Раньше приехал, все сделал и уже успел уехать. Ну, хоть за экономические аферы мы сможем его привлечь? Не Мона, Леша, а Нуна. Привлечем. Экономика – тема тонкая. Если б ты что в ней понимал. Чего встал? Поехали. Муж, мы растим монстров. Все силы отдала, пока их уложила. А что это ты задумал? На ночь глядя. Ну что, преступная группа обезврежена. И мы с тобой заслужили сладкое. Это то, что я думаю? Ты решил меня побаловать? Скорее себя, наконец, уже. Нет, но считается, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. В нашем случае это не так. Если ты помнишь, это я покорил тебя этим десертом. Ах ты коварный. То есть ты решил использовать запрещенный прием? Как я беззащитна и уязвима. Ну, ты сама напросилась. Так, все, иди в спальню, готовься. Сегодня я буду просто как зверь. Мам, пап, меня Кирюша пугает. Лиза, ну что опять случилось? Ну чего, не спим? Она первая ко мне пристала. Расскажи мне страшную сказку. Ничего себе. Так. А нам котлеты? Дети, быстро взяли тирамису к себе в комнату, съели, зубы почистили и спать. И чтобы не звук, а я проверю. Держи. Ну вот, устроили романтический ужин. Ну, ты же знаешь, что после сладкого они быстро засыпают, а все самое вкусное осталось здесь. Итак, идем дальше. Экспертиза показала, что волосы, найденные в квартире Козырева, принадлежат вам. А соседи утверждают, что видели вас у дома в день гибели Михаила. Да мало ли кого они видели. Сейчас любая может надеть парик и нацепить очки. Да, я была в этой квартире, но в другой день. Значит, все-таки подтверждаете. Значит, это вы проникли в квартиру и совершили нападение на Екатерину Козыреву? Ну да. Но я ничего не крала. А девица сама на меня набросилась. Я оборонялась. Так что максимум – незаконное проникновение в жилище. Да нет, уважаемая. Вы с подельником захватили и удерживали в заложницах Екатерину Козыреву и Любовь Коржик. А это уже серьезная статья. Какая статья? Это было на почве личной неприязни. Ваша Катя оскорбила меня в квартире. Ну, мы с другом решили вывести наглых девчонок, чтобы немного попугать. А тут вломились эти двое чудиков. С палкой и монтировкой, между прочим. Началась драка. Легкие телесные, не более того. А телохранитель вообще в отказ ушел. Ни слова не говорит.
По ним реально и предъявить-то можно только то, что говорит этот гигиена. Да, майор, крепкий орешек тебе попался. Трудновато будет в суде. Угу. По убийству Козыревой, пыткам Липкиной, а тем более по убийствам в концерне, нам и предъявить пока что нечего. Развлекаешься, да? А тебе известно, что в концерне проверка? Выемка документов, всю бухгалтерию на уши поставили. Не догадываешься, с чего бы это? Борис Викторович, ну вы же знаете, я сделал все возможное. Жену свою не пожалел. А ты ничего не попутал? С твоей жены все началось! Надо было раньше со своими бабами разбираться. Сядь! Короче, твою азиатскую куклу тоже закрыли. Если начнут рыть по самоубийствам... Она ничего не скажет. Да не перебивайте меня! Я не хочу рисковать, ты понял? Борис Викторович, я ручаюсь за нее, как за самого себя. Так вот этого-то я и боюсь, Леня. Но она же в СИЗО. Есть много способов, не мне тебя учить. И в камерах люди кончают жизнью. И если ты меня не услышал, Леня, ты можешь быть крайним в этой цепочке. Я услышал. Друг, а ты думаешь, мы мышей разучились ловить, да? Я думаю, что мышей вам доставляют прямо в клетках. А вы их умудряетесь как-то сквозь прутья пропускать. Липкина простить мне не можешь. Ладно, сам упустил, сам и поймаю. А пока вот. Это поможет тебе разговорить восточную гостью. Есть много способов не мне тебя учить. И в камерах люди кончают жизнью. И если ты меня не услышал, Леня, ты можешь быть крайним в этой цепочке. Зря. Зря вы его выгораживаете. Он вас не пожалел. Хорошо. Я готова признаться. Ну, давно бы так. Это ведь... Липкин отдавал вам приказы. Вы меня не поняли. Я готова признаться, но только в своем преступлении. В каком? Это я помогла Гладышеву сброситься с крыши. Пишите. Все по порядку. Любимые мои, мама, папа и сестренка, простите меня, что я принял решение уйти из жизни. Просто я ничего не смог исправить. Юра.
Следственный эксперимент по убийству Юрия Гладышева. Задержанная Аймин Чонова. Продолжаем. Итак, после того, как Гладышев признался, для кого он скачивал компромат, вы с ним поднялись сюда, на крышу. Все так. Но неужели Гладышев даже не попытался сбежать или сопротивляться? Он очень боялся за свою семью. Особенно за младшую сестренку. Понимал, что наши слова не простые угрозы. Молчать бесполезно. Мы знаем, ты взломал секретные файлы концерна. На кого ты работаешь? Говори. Ты поступил очень плохо. Предал родную корпорацию. Поэтому все равно умрешь. Но если ты будешь упорствовать, начнут умирать твои близкие. Тебе не жалко сестренку? После этого я подвела его к самому краю и развязала руки. Он закрыл глаза, но спрыгнуть не смог. Его трясло. Сам попросил вытолкнуть его. А можно уже отстегнуть? Я ведь не убегу. Не положено. Просто обозначьте. Как вы его подтолкнули? Следственный эксперимент окончен. Подождите одну минуту. Я вас не понимаю. Вы признались в одном убийстве. Какой смысл опираться от другого? Вы же понимаете, что сотрудничество со следствием может вам облегчить приговор. Вы знаете, а я согласна. Ирину Липкину пытала я. И Михаила Козырева вытолкнула тоже я. Это ведь вам надо. Везите в отдел, я все подпишу. Это другое дело. Это вам зачтется. А можно уже расстегнуть? Мне руку натерло. Стегните. Хоть убей, не понимаю. Чего ты опять не понимаешь? Психологии вашей женской. Женской психологии вообще? Или этой несчастной в частности? Любимая, давай только не будем умничать. Я хочу просто для себя прояснить. Этот моральный урод Липкин хотел ее убить, а она отказалась давать на него показания. Это что, извращенная форма любви такая? Ну, если тебе от этого будет легче, мне кажется, что ответ на этот вопрос лежит не в сфере мужское-женское. Погибшая ведь не европейка. Совершенно другой менталитет. Преданность хозяину, корпорации. Нам не понять. Нет, ну, доля правды в этом есть. Она могла и дальше, знаешь, не предавать хозяина. Зачем с крыши-то бросаться? Или именно предательство Липкина как мужчины так ее потрясло, что она предпочла смерть? Ты прав. Предательство мужчины для любящей женщины хуже смерти. Вопрос закрыт? Предательство мужчины и женщины тоже знаешь? Знаю.
Давай, детка, просыпайся. Опять проспали, шеф приехал. Угомонись, детка, угомонись. Это не побудка. Шеф тоскует. Дело застопорилось. Спи, спи. Не знаю, все равно мне лучше уйти. Неудобно как-то. Почему неудобно? Удобно, даже мягко. Что такое, детка? Я здесь живу. А ты? А ты? Кто я? Моя любимая. Неужели ты это сказал? На это указывают все улики. А чтобы пройти точку невозврата, может, приготовишь для нас с шефом кофе? Кофе хочется. Ну, давай. Хочу кофе. Шеф, а что с настроением? Не люблю, когда дело не доведено до конца. Но мы же свою работу выполнили. Убийство Козырева раскрыли. Компромат в правоохранительных органах. Убийцы будут наказаны. Да. Слушаю, Альберт Георгиевич. Да вы что? Вот, спасибо. Да, еду к вам. Шеф, что случилось? Ну что, эскулапы, созрели? Фу. Чем быстрее облегчите душу, тем легче будет приговор. Кто будет первым говорить? Я. Говорите. Липкин щедро оплатил перевод своей супруги. Мы даже ничего не заподозрили. Потом, когда больную доставили, прямо в палате начал требовать у нее признания. Грозил смертью, если она не расскажет, где спрятала какой-то там компромат. А вы что, в полицию не могли позвонить? Нет, он заплатил нам еще и приказал сделать его жене смертельную инъекцию. Но мы его обманули. Мы ввели Ирину в искусственную кому. Ха. Так вы герои. Я вынужден написать своему начальству рапорт о вашем награждении. Спасибо. Уводи. Прошу. А я вас предупреждал. Вперед! Пошел! Ну, состояние Липкиной не вызывает опасений, однако она еще очень слаба. Вы знаете, учитывая обстоятельства, я предположил, что Ирину могли искусственно ввести в кому. Ну, провели исследование, собрали специалистов. В общем, получилось. Георгиевич, ты кудесник. Ну, я, собственно, и не сомневался. Я знаю, что хотел тебе сказать, Алексей. Ты молодец. Практически в одиночку раскрыть такое дело. Просто техасский рейнджер. Может быть, со мной на задержание финальную часть Маризонского балета? А? Товарищ полковник, я в свое время этого Маризонского балета вот так вот наелся. А вот с Ириной я бы поговорил, если возможно. Леш, не больше 5 минут. Время пошло. Я на задержание. Выдвигаемся к концерну. Берегите себя. Да, да, конечно. Муж всегда был настоящим тираном. Детей он иметь не мог. Я была согласна на донора. Но он не желал. И отпустить отказывался. Даже мысли не выносил, что я захотела свободы. Он грозил оставить меня ни с чем и... вообще превратить мою жизнь в ад. Так Гладышев помог вам добыть компромат? Да. Юра любил меня.
самого университета. Но я глупая, молодая была. Явился Леонид. Солидный, щедрый. Красиво ухаживал. Вот я и повелась. Я готова дать любые показания. Я никогда не прощу ему, Юр. Послушайте, вы же здесь главный. Ну? Меня заставили, меня шантажировали. Я готов сотрудничать со следствием. Заткнись! Молчать! Мою телохранительницу не слушайте, она нелегалка, лживая тварь. А вот, она тебя не предала, говнюка. А ты? Как ты мог с ней так поступить? А с женой своей как, а? Да она не любила меня. Никогда. Уводи. Есть. Машину. Андрей, ты должен отнестись к этому очень серьезно. Расскажи, что тебя тревожит, и ответь честно на все мои вопросы. Я это только и делаю в последнее время. О, нет, все время пытаешься ерничать и превращаешь это в какой-то фарс. Ну, скажи, что на сегодняшний день для тебя самое главное? Чего бы тебе хотелось на самом деле? Ничего не готово. У меня все готово. Это не займет много времени. Садись. Что за детский сад? Закрой глаза, не подглядывай. Хорошо, а когда можно будет открывать? Я надеюсь, ты поймешь.